В Елабужском институте Казанского университета прошел заключительный этап традиционного всероссийского творческого конкурса «Каурык-Алям». Он нацелен на выявление творчески одаренных детей, носителей татарского языка и студентов. Смотрим. Заключительный тур конкурса был посвящен 135-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. В этом году в состязании приняли участие школьники из разных городов Республики Татарстан, Башкортостана, Пермского края. На конкурс было принято 106 работ. На заключительный этап конкурса приехали 42 участника из разных районов Республики Татарстан. Сегодня мы приехали с десятиклассником. У него свое стихотворение. Он любит сочинять стихи. Ему в этом помогает его бабушка с 40-летним стажем, учитель татарского языка и литературы, ныне в пенсии. Ну, надеемся на победу. Школьники и студенты представили свои работы по 5 номинациям: проза, поэзия, драматургия, публицистика и фольклор. Я представляла произведение Тылсымлы Урман. Я писала его сама, мне немного помогла мама. Появилось у меня вдохновение, потому что я очень люблю природу, особенно леса. После окончания работы жюри по итогам конкурса были объявлены лучшие работы в каждой секции. Состоялось награждение победителей. Энджи Минибаева, Универньюз.